Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Titan Souls. Мне почему-то захотелось сказать Dark Souls, ну, очевидно почему, да? Так, хорошо. Значит, в предыдущей серии мы закончили вот на этом месте, на вот этом лифте. Лифте. И там дальше у нас здоровенная дверь, где показано, что у нас 8 локаций. И какая-то центральная есть, то есть 8 локаций, и, видимо, какая-то главная локация. Кстати, а камера подергивается, то есть я ничего не делал, она подергивается. Прикольно. И я ошибся, сказав, что там... что будет 36 боссов, я почему-то 4 на 9 умножил. Блин. Ну, в общем, я считаю, что будет, наверное, 32 босса. Я не знаю, прав я или нет. Но я где-то слышал, что боссов здесь то ли 20, то ли чуть больше. Если это так, то, скорее всего, здесь на каждую локацию не по 4 босса, а может быть, есть локации, где по несколько боссов. Ну, ладно, хорошо. Давайте пойдем. Я хотел пойти налево, но пошел как-то на юго-запад. Какое-то даже не лево ни разу. Ну, почти. Почти лево. Слушайте, это лед, да? А почему? Это он типа блестит так. А, нет, это вода. Да какой здесь лед? Здесь еще не эти самые, не горы. Ну, почти. Вот здесь уже горы какие-то. Водопады довольно прозрачные. Довольно прозрачные. За ними явно, если что-то и было бы, думаю, я бы это увидел. Слушайте, не знаю, я хочу на самом деле осмотреть вообще все. То есть сейчас я хочу посмотреть, что у нас здесь. То есть я видел, что там есть проходик, но скорее всего вот здесь вот это просто соединяет нас с вот этой дорогой к здоровенным воротам, да? Я не знаю, есть здесь какая-то карта или нет, я лично не нашел. Если есть, то узнаю я об этом, наверное, уже чуть позже за кадром гляну. В управление. Угу. Да что ж такое? Что у меня за манечка-то прыгает на лестнице? С кувырка. Это уже как-то не круто. Да, можно же бегать. Надо не забывать. Слушайте, а это проход у нас получится что, на следующую локацию? Так выходит. Надо не забывать, что мы можем бегать. Это, я думаю, может жизнь спасти. Например, на големе каменном я там уже начинал бегать чуть-чуть. Это явно немножко облегчало задачу. Он не успевал вдарить своим кулаком. Что это за место такое? Куда я уже вперся? Мне сюда не рано? Хотя нет. Рано быть, скорее всего, не может, да? Всего один проход? Рано быть, скорее всего, не может, потому что вот здесь нет никакой ни прокачки, ничего. То есть, все, что здесь есть, а вот, кстати, снег. Значит, где-то неподалеку будет и лед, да? Говорю, что не рано, потому что мы все равно убиваем всех с одного удара. По идее. Так же, как и нас. Что-то проблемы я предчувствую. Вы смотрите. Наверное, это работает как сохранение, да? То есть вот эти вот точки получаются как сохранение, и на них же показываются боссы. То есть мы пришли на следующую локацию, и здесь не 4 босса, должен заметить. Здесь 3 босса на этой локации. Это, блин, что я микрофон никак не могу поставить, и сам усесться не могу. Я так не надеру задницу боссом. Очень неудобно, когда микрофон на шее висит. Капец. Катастрофа просто. Ладно, хорошо. Вау, о-о-о, круто. Можно сугробы ломать с собой. Интересно, это может как-то жизнь спасти? Здесь многие факелы потушены, видите? Вот, например, вот этот. А, верни мою стрелу. Ну-ка, секундочку. Музыка замедляется, по-моему, когда я это делаю, если мне не показалось. Слушайте, это похоже на арену, там проход какой-то. И когда я подхожу к этому проходу... Ау, подхожу к этому проходу, все становится серым. Слушайте звук.
Завывает? Завывает с прохода. А если я в это стрельну, я это разобью? Что-то не очень. Наверное, это должно как-то растопиться, я не знаю. Ну, допустим. Так, я могу подняться здесь, а могу подняться, как цивилизованные люди, по лестнице. Понятно. Поднимусь здесь. Так, сугробики. Я не знаю, есть смысл их ломать. Скорее всего, нет. Ну, вот этот круг с сохранением показывал нам три босса, и, то есть, на севере, на западе и на востоке. Мы пошли, можно считать, на север, да? Блин, еще один лифт. Что ж такое? Что-то я забрел уже, черти куда. Я заблужусь так. А он еще и вниз уехал, вообще замечательно. Ох, офигеть. Вот так сразу? Куда я приехал? Это еще одна локация. Ёлки зеленые, слушайте, мне кажется, что нужно либо возвращаться. Плохая идея, да? Нет. Замечательная идея. У меня такое чувство, что нужно возвращаться, потому что я, по-моему, забрел совсем куда-то в дебри. Ты посмотри. Самое главное, говорю, что... Самое главное, что говорю, что нужно возвращаться, а сам вперед. Да. Потому что, черт побери... Любопытство, дело такое. Ой. Я включаю карту уже на Ирике, как в Анепике. Знаете, мне кажется, что мы сейчас выйдем где-то с востока вот этой локации, на которой мы начали серию. Если так, то это будет очень неплохо, потому что я уже как-то начал немножко блукать. Понятно. Это еще одна локация с еще двумя боссами. Катастрофа. Так, нужно, короче говоря, возвращаться. Бегом. Бегом возвращаться, бегом искать боссов и наваливать, потому что ж такое-то? Гуляю, как у себя дома. Не дело. Дайте мне боссов. Вот вернусь в этот ад и попробуем его обойти. Наверное. Очень хорошо спускается по лестницам с кувырка. Круто. Как надо. Хорошо. Предлагаю погнать куда-нибудь сюда. Это все потому, что я пошел, блин, через вот такой срезик, наверное. Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, спуститься по лестнице. А-а-а. Тут еще три босса. Слушайте, а может быть за той дверью есть босс? Сюда ведь указывает сохранение. Давайте я здесь прям сохранюсь, потому что я даже не знаю. Потому что если здесь босс, я хотел бы его ему навалять. Судя по звуку, здесь босс. А, да. Я тебя нашел, ублюдок. Ёлки зеленые, ты что вообще? Давайте перед тем, как к нему стрелять, сначала осмотримся. Чтобы понимать вообще, на каком свете мы находимся. То бишь, оценим наше преимущество. И только теперь мы в него стреляем. Я начинаю понимать. Уже понимаю. Черт. Нет, 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 нет. Огонь меня убьет, да? Огонь, скорее всего, меня просто... Чёрт! А!
Знаете, конечно, я думаю, что сперва нужно было бы обойти ледяную локацию перед тем, как наваливать здесь... А может быть, здесь боссы как-то связаны? Вы сейчас же указывать сюда на босса, справа? То бишь, вот этот западный у нас босс, на востоке указывает на босса и на севере. А север у нас ведет на локацию снежную. Блин! Я надеялся, что я успею в него попасть до того, как он начнет на меня бежать. Хорошо. Допустим. Значит, после первого выстрела он беснуется и начинает бежать. Ах, накатываться на нас. Ну, я должен был попробовать. Слишком было интересно, получится или нет. Так, надо сесть чуть-чуть удобнее. Самую малость. И попробовать еще раз. Я не уйду, пока я ему не надеру его круглый зад. Ну, я думаю, здесь очевидно, что чтобы его убить, нужно ему попасть в его глаз, да? Который вылазит, когда... Я в него... Ой, в него говорю, когда я наношу первый удар. Получаю, блюдок! Я так и знал! Я рассчитал траекторию твоего полета, чуть не сказал. Твоего движения. А теперь отдай ему стрелу и душу свою заодно, ублюдок. Есть такая игра, как Shadow of господи, Тень Колосса или что-то в этом роде. Я просто забыл, как на английском она зовется. Многие говорят, что эта игра похожа на нее. Я ничего не скажу, потому что я не играл. Я видел ее немножко. И, в принципе, да, мне кажется, что она действительно похожа. То есть там тоже у вас такой вот похожий на этого персонажа персонаж. И тоже ходите и гасите вот таких вот боссов в основном. Угу. Что у нас здесь? Охереть, что это такое? Это какой-то доспех, что ли, похожий на скелета. Хорошо, а что у нас здесь? Я лично планирую найти здесь, может быть, еще одного босса. Вот здесь вот, например, очень похоже на арену. Ну, конечно. Давай, засранец, драться. А! У него сзади дымит. Я думаю, что нужно именно туда и стрелять. Бежим, бежим, бежим. Черт, шанс. Был шанс. Так, меня может убить, скорее всего, и то, что вот... Тихо. То, что из-под земли вырывается. Вот. Я смогу между его цепями про это самое прокатиться. Так, ну очевидно, что нужно зайти ему за спину и стрельнуть в этот отсек задний. У него там, скорее всего, загружается туда топливо, которого сейчас явно... Там слишком много, и я туда засажу свою стрелу. Получаю, ублюдок. Слишком опасная близость была. Вот когда он это делает, нужно понять, где он остановится, и засадить. Ну, блин, тут вообще не вариант был что-то сделать. Вот сейчас мне дико помогает бег. Ого, что он сделал. Давай, дай мне шанс. Черт, это мой шанс был. Зараза. Слушайте, тяжелый босс. Реально тяжелый. Да давай.
Быстрее. Так, хорошо, с порога. Уть. Так, это его явно даже не дотронулось до него. Так, давайте бежать в эту сторону. Закружим его, попробуем. А! Знаете, что я понял? Он поворачивается приблизительно ко мне передом, да? То есть... А-а-а! Или это надо просто на удачу как-то ориентироваться? М? То есть, тупо, я не знаю, должно повести, чтобы он повернулся задницей. И стрельнуть успеть в этот промежуток везения. Музыка крутая. Металл. Шанс был, был, шанс был. Я его просрал. Давай, засранец, дай мне еще один шанс. Нельзя бежать напрямую, он может дотянуться рано или поздно. Нужно бежать именно кругом, по кругу. Да ты посмотри на него. Так, ты меня начинаешь раздражать. Давай, дай мне шанс. Блин, не получается. Он крутится и поворачивается постоянно не в ту сторону. Я не могу определить, как попасть именно туда, куда надо мне. Это вот почему он сейчас повернулся ко мне лицом. Я не знаю. Возможно, есть какой-то принцип. Тихо. Живем мы сейчас уже дольше обычного с ним. Убил нас всего два раза, да, или три? Тихо, это слишком близко было. А! Черт, черт! Нос зачесался очень вовремя, как всегда, конечно же. А! Черт, ублюдок! А может быть, я смогу стрельнуть ему за спину? Слушайте, точно, я, может быть, смогу выпустить стрелу вот так. То есть сейчас самый настоящий шанс можно себе устроить. Давай, иди сюда, ублюдок. А! Зараза, надо попробовать. Мы ничего не теряем. Ведь оно может коцать, когда возвращается, правильно? Так почему оно не может вонзиться с такой силой, как надо? Так, выпускаем. А, я не успеваю делать и ту, и ту сразу. Он, блин, очень неудобный. Чёрт. Давай, 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 давай. Он, скорее всего, сейчас опять к мне лицом повернется. Да! Зараза! Сдохни! О, да! Фу. Он реально был душным. Ничего не скажешь. Твоя душа сделает меня сильнее. Засранец. Все, я думаю, что здесь больше ничего нету, да? Ты на какой-то дверце, ты не сидел на дверце. Ладно. А для счастья было бы неплохо найти еще одного босса этой локации, который должен быть, как показано, где-то впереди. Где-то на севере. Где-то за водопадом, да? За водопадом лавы, вот здесь. Давайте, я весь в нетерпении. Я уже предвкушаю.
Его слабое место явно в голове. В этом кристалле. Угу. Блин. Да как я собираюсь попадать в кристалл, если я не могу попасть в него даже? Когда он стоит на месте. Оу-ху-ху! Ох! Ёлки зелёные. Мало того, что он плюёт совсем сразу, он это еще присасывает назад. Стреляет булыжниками. Ёлки зелёные. И вы хотите, чтобы я попал ему... Охереть. И вы хотите, чтобы я ему еще попал в кристалл? Нет. Я понял. Ему надо не в кристалл попадать. Ему надо в рот попасть, наверное, да? Просто понимаете, в чем дело? Кристалл находится слишком высоко. Я туда просто не попаду физически. То есть, если они все там как-то катались, чтобы я попадал в их слабое место, то у него слабое место находится слишком высоко, как мне кажется. Мне нужно, наверное, попасть ему в рот, когда он стреляет своим булыжником сраным. Черт! Так, я думаю. Ладно. Сейчас все будет, я думаю. Но правда, мне кажется, эта локация должна была быть после зимней. Слишком рано я сюда попёрся. Я просто миновал зимнюю. Надо на нее вернуться будет. Но уже после того, как я всем здесь задницу надеру. Рано, не рано, а задницу я... Путь надеру всем. Отдай стрелу, ублюдок. Чёрт. Может попробовать ближе к нему стоять? Хардкорненько. Круто. 50 тысяч раз на одни и те же грабли наступать, пока не допрёшь, что делать, это... Офигенски. О, попал! Верни стрелу, ублюдок! Что происходит? Он съел стрелу. И спалил меня. Съел стрелу, засранец. Мне, наверное, нужно притягивать его на булыжники, которые взрываются, которыми он стреляет. Мне нужно стрельнуть один раз в него стрелой и притянуть на булыжник. Так я думаю. Таков будет мой замысел. После того, как он стрельнет этим, он стрельнет булыжником. Жри стрелу, ублюдок. А теперь иди сюда. Вот. Вот тут будет удобнее всего. Ага. А! Черт, 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 черт. Иди сюда, засранец! Давай! А! Черт! Чуть-чуть! Совсем чуть-чуть! Булыжники просто взрываются, когда накаляются. Это какие-то ядра, я бы даже сказал, наверное. Поэтому, так как он убивает тем, что он раскаленный сгусток какой-то, я не знаю, магмы. Я думаю, что он накалит камень и взорвется к чертовой матери. Жри стрелу, ублюдок. Иди сюда, иди, 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 иди. Вау. Понятно. Все-таки его слабое место это был кристалл. Ой, попал. Ты смотри, я попал в него даже. Черт. Черт, иди сюда. Давай уже стрельни своим ведром. Хорошо. А теперь иди сюда, ублюдок. Блин. Сложно, сложно. Давай, 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 чуть-чуть. Отлично. Блин. Это даже как-то сложнее, чем предыдущий, по-моему. Зараза. Жри. Хорошо. А теперь иди сюда. Блин, сейчас спалит ядро. Черт. Зараза такая. О, хорошо. Ну куда ж ты отпрыгнул-то? А!
проще всего, когда он стреляет ядром рядом. Понимаете, в чем дело? Когда я его, допустим, растворяю, да? Вываливается этот кристалл. Нужно успеть поднять стрелу, а в это время все, что он выплюнул, все сваливается в этот... Ну и то, на что он развалился, все это в кучу собирается. Я могу на это все напороться. А там лежит среди этого стрела, которую я должен успеть подобрать и выстрелить в кристалл. Хардкорно. Как надо. Иди сюда, иди. Зараза. Другими словами, он стреляет с собой. Своими частями. Может быть, бегать по кругу будет проще? А, ну да, да, он не стреляет ядром до тех пор, пока я не взорву его. Теперь надо, либо чтобы он сам на него прыгнул, может быть, так будет проще. Вот я сейчас его спугну, заставлю его самого прыгнуть на ядро. Ну или я не знаю. Иди сюда, сранец. Капец, катастрофа. Я не знаю, что с ним делать еще. Иди сюда, иди, 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 иди. Да! Хорошо. Только такие игры дают самые великолепные эмоции. Я не знаю, я ни в каких других играх, как вот в хардкорных, не испытываю реально крутые эмоции от того, что я надрал кому-то задницу. Фу. И пафосно отсюда. Нет. Сначала мы проверим. Нет. Но это было сложно. Это было реально сложно. Хорошо. Теперь я предлагаю, во-первых, вернуться на локацию. Так, слушайте, давайте-ка сначала посмотрим, чтобы здесь все загорелось. Угу. Вернуться на локацию ледяную. И где-то там, наверное, поискать следующих боссов. Но сделаем это, наверное, что в следующей серии, да? И я надеюсь, вам понравилось. Все. Всем пока. Удачи.